Совсем скоро в Трум-Сити произойдет вереница загадочных преступлений. И начнется она здесь, в банке Трум-Крик. Возможно, вы еще не заметили преступника, но он уже здесь. Все дело в том, что в Трум-Сити прибыл мастер перевоплощений. Неуловимый и безликий аферист, с которым полиции Трум-Сити еще не доводилось иметь дело. Да и, в принципе, с реальными преступниками дел вести не приходилось. Последнее дело в городе было о хищении мороженого в особо крупных размерах. А здесь за дело взялся настоящий профессионал. Вот эта милая старушка на самом деле никто иной, как подражатель Ник. Совсем недавно он сбежал из тюрьмы Ваополиса и мигом принялся за свое ремесло. И если вам кажется, что он ведет себя неуверенно и его мигом поймают, не дайте себя обмануть. Этот парень просто обожает играть в прятки с законом. Подражатель Ник не просто так получил свое прозвище. Прежде чем попасть в тюрьму Ваополиса, подражатель Ник год проработал шефом полиции, и никто не заметил разницы. Более того, раскрываемость преступлений даже повысилась. Настолько этот парень профессионал. Поэтому, прибыв на место преступления, офицер Джулс вместо преступника обнаружила частного детектива Никола Труфаторе. И подражатель снова бы улизнул, но на этот раз допустил глупую ошибку, не успев закончить свой образ. Так Ник в очередной раз попал в тюрьму, хотя это был его первый раз в тюрьме Трум-Сити. Однако Ник все же не тот преступник, рядом с которым не стоит терять бдительность. Этот парень отлично может сливаться с местностью. Поэтому неудивительно, что офицер Джулс растерялась. Но, заметив белые следы от краски на полу, мигом поняла, что к чему. Благо, на фотоаппарате есть режим рентгеновской съемки. Теперь у офицеров есть не только фото Ника, но и информация про камни в его почках. Зря полиция Трум-Сити полагает, что если Ника упрятали за решетку, то он не сможет мистическим образом исчезнуть. В последний раз, когда так посчитали в Ваополисе, подражатель Ник сбежал и 2 года работал мэром города. Кстати, рейтинги мэра тогда выросли вдвое. И вот офицер Кэролайн заметила что-то неладное. Спустя мгновение Кэрри поняла, в чем дело. Похоже, сквозняк сдул картины со стены. Это требуется срочно исправить. Картину нужно было вернуть на место. Ник – настоящий профессионал. Он до последнего не выдавал свою позицию. Выбраться из камеры для него ничего не стоит. Он часто гуляет по тюрьмам, в которые он попадает. И всегда остается незамеченным. Ведь знает, что делать. В случае, если его заметят. И в удобный момент пропадает без следа. Как и отражение офицера Джулс, которая теперь думает, что она вампир. Отсутствие отражения в зеркале требует подтверждения ее догадок. После задержания подражателя в участке творится полная неразбериха. Офицеры стали чаще уставать, а количество работы выросло в 2 раза. Кэролайн срочно нужно дать спине отдохнуть. Пока никто не видит, можно воспользоваться койкой в пустой камере. По крайней мере, так думала она. На деле же камера была не пустой. В нее пробрался Ник и, как обычно, отдыхал под матрасом. И вот его покой был потревожен. Офицером... и запахом ее берц. После очередной суточной смены ему оставалось лишь терпеть пытку. Количество странных доставок также выросло. На прошлой неделе была пицца, а сегодня пончики. Вот только доставку никто ни разу не заказывал. Это снова были происки Ника, который пытался выдать документ о досрочном освобождении за курьерские бумаги. План был точен, как швейцарские часы. Если бы не ручка, которая не пишет, он уже был бы на свободе. При всей некомпетентности полиции Трум-Сити, пока им удается удерживать Ника за решеткой дольше всех. Из-за этого у него начались проблемы с идеями для пряток. Но такого мастера перевоплощений сложно завести в тупик окончательно.
В этот раз он решил стать ковром в своей камере. Нет ничего более приятного для подражателя, чем любоваться перепуганными лицами копов, которые упускают Ника раз за разом. Исчезновение преступника снова вызвало должную реакцию. Но на лице только офицера Джулс застыла паника. На лице офицера Кэролайн застыл Джем. Она вечно ест так неаккуратно. В прошлый раз офицер подумала, что в камере лужа крови. А на деле Кэролайн просто перекусила картошкой с кетчупом. Но в этот раз Джулс оттирать пятна не намерена. Пусть она самостоятельно займется уборкой. Пятна Джема на ковре не должно остаться. После такой химчистки в ковре нет даже пыли. Впрочем, в Нике тоже ничего не осталось. Офицер отлично выбила ковер. Раз в полгода офицер Джулс смотрит футбольный матч, который всегда выпадает на время ее дежурства. И появление Ника в тюрьме не помешает этой маленькой традиции. По крайней мере, она была в этом абсолютно уверена. Но подражатель уже замышлял очередной побег. До сих пор остается секретом, как Нику удается исчезать в одном месте и тут же появляться в другом. Хотя, похоже, офицер уже начала привыкать к его выходкам. Зачем раз за разом нервничать зря, если он сам вечно себя раскрывает? В этот раз он даже не старался, выбрав местом для пряток ведро попкорна. Он в нем беспомощно застрял и был моментально найден бравым офицером. Похоже, наш супервор начал давать слабину. На работе бывает сложно оставаться полным энергии. Иногда Джулс не в силах устоять перед сном. От усталости ей начинает казаться, будто по участку разгуливает коробка. Но коробка действительно разгуливала по участку. Вернее, Ник в костюме коробки. Он снова был близок к тому, чтобы сбежать из тюрьмы. Но в самый последний момент офицер Джулс решила воспользоваться пришедшей так удобно коробкой, как подставкой для ног. Классический побег через вентиляцию. Здесь главное не попасть в пробку. Ведь в это время в вентиляции час пик. К счастью, ему попался вежливый зэк. Он уступил дорогу на перекрестке. И Ник вновь спокойно бы сбежал, поднимись в вентиляцию он на час раньше. Но, как назло, он вылез к обеду, как раз к тому моменту, когда офицер Джулс принялась готовить отвратительную овсянку. Ядовитые пары овсянки сделали пребывание в вентиляции практически невозможным. И ему пришлось в спешке выходить на свежий воздух и вновь возвращаться в камеру. Ник уже не думает об изысканности побега. Теперь его больше заботит результат. Он оставался в этой тюрьме слишком долго, но в своем последнем плане был уверен на все 100. Он не раз видел, как тоннель в камере прекрасно работал в фильмах. И пока он копал тоннель, офицер Кэролайн раз за разом проигрывала в шахматы сама себе. Ей нужен был противник полегче, и она не придумала никого лучше, чем Ник. Будить заключенного ей не сильно хотелось, но азарт игры в шахматы взял верх. И офицер долго не принимала отказ. Не понимала, почему он молчит и игнорирует ее. А затем не поняла, почему он торчит из стены. Но устав не понимать, офицер была рада, наконец, предложить ему сыграть в шахматы. Со временем Ник и Кэролайн стали ладить. Они даже стали играть в прятки. И за время совместных игр Кэролайн очень преуспела в мастерстве пряток. В последний раз она так хорошо спряталась, что он не мог найти ее целый день. А когда ее рабочий день подошел к концу, она также незаметно ушла, так и не сказав ему, что они закончили играть. Полиции Трум-Сити удалось поистине невозможное. Они продержали Ника весь положенный ему срок. Офицеру Кэролайн было даже немного грустно, ведь они с ним сдружились. Подойдя к камере, офицер подумала, что его уже выпустили на свободу. Но Ник был здесь.
Как тебе история подражателя Ника? Что из его похождений запомнилось тебе больше всего? Расскажи в комментариях свою невероятную историю с прятками и не забудь поставить лайк. А чтобы не пропустить новые видео, подпишись на Трум-Трум-Трик.